Готов? А то! Сегодня мы встречаемся... Да-да-да, еще раз останавливай. Я сейчас начну и пойдет дальше, как по маслу. Давай, Дим, поговорим о тебе. Сволочь ты такая, останавливай. Не нравится мне. Начинай. Может, я немножко сдвину? Не надо меня никуда двигать. Привет, друзья. Александр Ефимов, директор проектов Divide. Divide, музыкант, композитор, заслуженный артист России. Собственно говоря... Через каждую букву гимн Советского Союза забыл. Ну, давай сначала начнем. Вот уже лучше немножко. Ты весь мокрый? Ну ладно, давай. На бэкстейдж все равно не пойдет. Привет, друзья! Здравствуйте. Это Дмитрий Белый. Кто не знает, ну, я думаю, что раз вы смотрите это интервью, все прекрасно знакомы с Divide. Меня, я думаю, тоже все знают. Александр Ефимов, директор и продюсер проектов Divide. У нас стала доброй традицией весной каждого года встречаться с Димой и разговаривать на самые... Всем привет! Стала доброй традицией... Привет! Привет! Стала доброй... А, да, кстати, друзья, привет! Согласен? Так, идем дальше. И так вот вопрос из Новосибирска. Ручкой махайте поменьше. Вот у меня перед личиком, пожалуйста. Ну хорошо. Возьми этот в эту руку, а то можешь махать сколько влезет. Взял свой настроение спорта. Ну так вот. Далее ему год. Отсадил 3, выпустили досрочно. Ну вот, в октябре у нас будет концерт в Новосибирске. Это Дмитрий Белый, который исполняет проект Divide. По-моему, правильно. Нет. Ну хорошо. Дмитрий Белый не исполняет проект Divide. Саша. Ладно, поражали и будет. Руслан Попов спрашивает, а как ты относишься к таким создателям металлодиска, как Хуан Мартинес и Кен Мартина? Не было ли у тебя... Мартина. Руслан Попов. Руслан Попов спрашивает, а как ты относишься к таким создателям металлодиска, как Хуан Мартинес и Кен Мартина? Не было ли у тебя... Мартина? Мартина. Хорошо. Друзья, вы не поверите, но этот вопрос я задаю 5 раз. Потому что там не русские слова. Руслан Попов спрашивает, как ты относишься к таким создателям металлодиска стиля, как Хуан Мартинес и Кен Мартина? Не было ли у тебя... 6 раз. Мартина! Все, Мартина.